Красотки, всем привет! Сегодня я иду к косметологу. Мы будем делать чистку лица, будем делать маски какие-то разные, ну, в общем, наводить красоту. Так что я вас беру с собой. Когда иду к косметологу, я пользуюсь только пудрой и крашу нормально глаза, как обычно. Потому что у меня линзы, и глаза мы обычно вообще не трогаем, ни область вокруг глаз, ничего. Вот, когда мне нужны четко глаза, вот что-то с ними сделать у косметолога, тогда я, естественно, не крашусь. Ну, а сейчас на обычную чистку, масочки, я могу выглядеть хорошо, то есть с накрашенными глазами, да, ну и одновременно получаю какие-то процедуры. Котик, ну что, уже на месте. Сейчас будем делать процедуру. Кстати говоря, вот эта маска, которую мы сегодня будем делать, это альгинатная маска на основе водорослей, на основе вытяжки из водорослей. В ней много питательных веществ, микроэлементов, то есть полезных для нашей кожи. Она как раз-таки хорошо будет увлажнять, насыщать ее витаминами, полезными микроэлементами, которых не хватает. И то есть она дает именно само увлажнение кожи и хорошо питает, и лифтинг-эффект плюс от нее хороший тоже идет. Вот, мы тогда тебе сегодня ее после массажа нанесем, и как раз таки она закрепит наш эффект. Я просто вот смотрю, все девочки мои там одноклассницы, ну уже столько всего понаделали, думаю, блин, надо хоть, может, что-то начать. Не, ну знаешь, у тебя очень хорошая генетика, у тебя у твоей мамы, наверное, тоже такая кожа. Ну, что она долго сохранялась, ну, у нее молодой. Наверное, да. Что у тебя ни носогубных складок, тут нету ни межбровная морщина. Вот моя самая, вот это нету. Вот. Я вот прям за ней слежу. Я если брови поднимаю, я прям слежу, чтобы я не сделала. Ну, тебе можно даже не ботокс, тебе даже можно просто попробовать гиалуронку уколоть, потому что ботокс, это же вообще уже это яд считается, да, то есть мышца лица, она атрофируется. И когда у нас в этом месте нет мимики, мимика становится более активна в другом месте. То есть тебе уже как бы автоматически приходится подкалывать потом все лицо. Вот. Но это не есть хорошо, соответственно. А гиалуронка, она просто притягивает влагу, то есть она разгладится, увлажнится, коллаген с эластином, выработка коллагена и эластиновых волокон повысится. Вот, то есть и у тебя кожа уже будет, ну... И цвет, кстати, лучше становится, и для сосудов можно тебе, кстати, витаминки попить, потому что у тебя кожа достаточно, ну, сосуды близко к поверхности расположены, и, соответственно, она у тебя из-за этого еще очень чувствительная может быть. Вот, то есть тебе необходимо, можно даже в самых простых в аптеке взять витамин, аскорутин называется, пропить курсом и, ну, периодически повторять. Это для сосудов, это не только для лица, но вообще в принципе для тела, для всего, для всех сосудов. Дома в домашних условиях как ухаживаешь, что делаешь? Умывалкой, да, умываюсь обычно. Где-то раза три делаю пилинг, легкие, масочку где-то раз-два в неделю, разные. Ну, смотри, ты пилингом сильно не увлекайся, потому что у тебя же, опять же, он говорю... какой-то там легкий, чуть ли не ежедневный. Ну, сейчас еще солнце, да, это... Да, и солнце, и еще плюс то, что у тебя сосудики близко расположены, у тебя как крупный содержится в нем, как это сказать, не, мелкие частицы. Мелкие. Совсем почти не это, да, не чувствительно. Мелкие, это точно, чтобы не травмировать. И вот масочка там отбеливающая тоже, особенно на вот эти вот места, которые темнеют от солнца. Пигмент. Да, да, сразу прям вот держу подольше.
Да, цвет кожи прям ровный. Прям светлая-светлая, угу. Да. Девчоночке очень понравилось ощущение, прям такое подтянутое личико и светлее тон кожи стал. Мне это тоже нравится, потому что я не люблю, когда загорает сильно лицо. Вот даже когда я загораю в солярии, я люблю, чтобы лицо было немножко светлее. Но так не получается. А вот с масочкой вообще отлично.